В образовательных учреждениях района продолжается капитальный ремонт в рамках президентской программы «Развитие образования». В пятницу ход работ очередной раз проконтролировали представители районной администрации общественности. Так, делегация посетила школу в селе Кандабулак, которая издалека привлекает внимание своим ярким фасадом. Я думаю, что дела идут хорошо, у нас уже фасад. Школа почти весь закончен, покрашен. Внутри уже начали класть плитки, на втором этаже уже коридор весь закончен. Начали на первом этаже, двери поставлены, окна поставлены. Быстро и слаженно трудятся подрядчики и в Красносельской школе. Сейчас здесь устанавливают двери, укладывают напольную плитку, готовят к окрашиванию стены. Школа меняется на глаза. Вот сегодня я зашла в школу, ее уже не узнать. Она даже сейчас уже такая красавица стала по сравнению с тем, что была. Безусловно, продвинулось все вперед. Радует, что идут с опережением графика, как Красносельская школа, как и Кандабулак. И, соответственно, нет сомнений, что 1 сентября без срывов пройдет, и дети зайдут в новые стены. Все новое впечатляет, безусловно. Но мы пока не видим самой изюминки, когда дойдет дело до дизайнерских проработок. И я думаю, через пару недель мы уже увидим, и можно будет сказать «Вау». В настоящее время готовность обоих зданий составляет около 68%. Строительные и ремонтные работы идут с опережением графика и завершатся до начала нового учебного года. Юлия Трухтанова, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3».